Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня расскажу вам, что такое детский кикборд. И представлю модель Globber Elite Deluxe Lights. Это транспортное средство, комбинация самоката и скейтборда. Конструкция состоит из одного заднего колеса, снабженного ножным тормозом, и двух передних, совмещенных с рулевой колонкой. На кикборде проще удерживать равновесие, поэтому можно подобрать модель даже для малышей. Если обзор вам понравится, поделитесь своим мнением в комментариях, а также поддержите канал лайком. Подпишитесь на канал и обязательно активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании под видео. Усиленная дека с ребристым и прорезиненным покрытием предотвратит соскальзывание ног. У новинки яркая анодированная стойка руля под общий цвет модели, тактильно мягкие с упорами ручки руля. Регулировка по высоте в 4 позициях, что гарантирует использование не один год. Неизменное фирменное качество и яркий дизайн, а в вечернее время яркая цветная подсветка колес будет радовать детей и их родителей, сделает самокат заметным на дороге, что немаловажно для безопасного катания. Трехколесная устойчивая модель для детей возрастом от 3 лет. У кикборда простой и практичный механизм складывания руля. Он поворачивается к деке, и самокат можно удобно катить за собой. Для легкого старта начинающих маленьких гонщиков предусмотрена блокировка поворота передних колес. Поворот осуществляется посредством наклона руля. Чтобы заблокировать поворот колес самоката, нужно нажать кнопку на передней панели самоката, как показано на изображении справа. Для разблокировки нужно нажать кнопку с внутренней стороны передней панели, как показано на изображении слева. Тормоз самоката широкий, удобный, обеспечивающий плавное и надежное торможение. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Когда едешь по плитке, гремит. Тяжеловат для девочки. Проблема – зафиксировать ручку при сложении и раскладывании. Теперь перейдем к положительным. Прочный, сборка на высоте. Тихий, колеса не шумят, ничего не люфтит. Удобный, запатентованная система руления и классная система сборки руля. Компактен и удобен для перевозки в автомобиле. Интересный дизайн, светящиеся колеса очень понравились ребенку. На рост 116 и выше отлично подходит. Дека широкая и не скользящая. Тормоз на этой модели прорезинен. На сегодня все. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Если обзор вам понравился, напишите об этом в комментариях. И, конечно же, поставьте лайк. Напоминаю, что подборку ссылок на полные характеристики и лучшие цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».